И Мандельштам лежит на льду, а мы рассказываем сказки, и замк маскировав слезу, опять сосновые салазки куда-то Пушкина везут. Не пахнет мясом ли полен от наших ветреных романов? И я за кровью Гумилева иду с потресканным стаканом. В моем лице записки пленника и старый яд слепой тоски. В гробу рифмуют кости Хлебникова, лукавых строчек колоски. Но от Москвы и до Аляски, когда поэты погибают, еще шумнее ваши пляски, еще сытнее стол грибами. От кантау до карета, серебро моя победа, от лепых и до безумных, все свидания без зубы, только вечер играть, голубой скали. От немых и до богатых, ювелирный торг западов, с ним берут, когда раздета, модную жену рассвета, только вечер играть. Глубой Гарри, а над Новгородом сонным, рядом прачечные ссоры, трата трактовал, грудил, надо мной висел трактир, был я шефом неопознан, как тринадцатый апостол, кончалась тайная вечеря, дом утонувших обнажал, твое печальное печенье, смешной кролик выражал, только трикер играет, глубой Гарри. Ты, как весна, как самоубийство. Ты, как обморок храма Христа Спасителя. Ты, верный тоннель вертится кому-то спасибо. Я, проводник завещания. Я, четыре морщины перешли на собой плаща. Я, правительство, с которой привезли атомную бомбу. Я, ты, плевок Петра в Софьев. Я, ты, последний осенний рукопожатие. Я, ты, отдавил предлога. Кругом береги, томик Вергилий, князь тьмы. Мы перстень великий, фотография скитили, но мы не мы. От колена до кварталов, слава черной октавы, слава черной октавы. От колена до кварталов, носит вентиль топором, как нам весело с тобой. Но шапирный спирт от пути, мертвый, не ходит в грусти. Зубы хороши, то посмейтесь от души, то посмейтесь от души. Если зубы хороши, от колена до кварталов, от кварталов до кареты, слава черной октавы. Серебром победы. Только тысяча. Пустошенной улыбкой смотрю на покоренный мир. Ты стала золотой рыбкой, страна всех дедовских могил. И два глашатая пошатывают мой скандаленный бокал. И месяц желтую лошадкой спешит к антихристу на бал. Вы приуныли, посидели, любимые черновики. В солдатских шляются в шинели мои жемчужные стихи. Мою жену качает ветер, и долгожданный дождь гнет. Кончается жизнь в самом деле, мой деревянный переплет. Но роща шумная милашка, и даже пьяная слегка. Береза смертную рубашку подарит мне наверняка. Вам долго плыть, недолго ехать, мы повстречаемся в ладье, в которой черту не до смеха, где бесы по уши в воде. Рабов бесчисленные толпы сомкнут кольцо вдоль реки, и семиглазый факел тонкий увидит в моей руки. И мне поклонятся холопы, царей ударят холодком, осиротевшие короны все у меня под сапожком. На безымянный палец рыбка, а на мизинец злой сапфир, с опустошенной улыбкой смотрю на покоренный мир. И локонов дым безысходный, и воздух медовый и хладный. Ты стал свободным, ты стал желанным. И утро в атласных жилетах, прелестных своих перелесков, ты стал заветный, царицей моей поднебесной. Мы правда любили немало, мы правда забыли немного, как солнце меня обнимало, сияние теплое Бога. Душа твоя вечное эхо, а плоть твоя родины дальней, белее гималайского снега и тайны великой хрустальней. Устали, а может простили те ночи, где словно игра, мы каждое слово крестили и каждую мысль раздевали, и было и сладко, и чудно, и радости новой не чая. Блаженные губы почуяв, мы огни не сводили очами, и локоны воды безысходны, и я за столом бездыханный, но рукопись стала свободной. Ну что ж, до свидания, губа.
Соколов, там, не знаю, Коля Гетбайло, художник,
Аркадий, Поповов, Куплановский и так далее. Вот, но недолго все это продержалось, хотя через год как бы к нам присоединился Вадик Деланер. Вот, но уже через год на самом деле никакого смога не было, всех разогнали, художников, ну, как обычно, так сказать, из подвалов выкинули, картинки взорвали. Вот. Но, тем не менее, Губанов гремел по всей Москве. Это были домашние концерты, невероятные совершенно. И один он читал, и ходили мы со Зверевым, такой художник был. И вот где-то под конец уже с Верочкой Матвеевой, я знаю, у них были концерты вместе. Вот. Он садился на подоконник или куда-нибудь на стол и начинал читать. Это было мало передает, к сожалению, запись. Это все надо при этом присутствовать, понимаете? Вот. Но прошло время. Леня писал, я помню, вот это вот, так сказать, и холст 37 на 37 из поэмы «Полина», которую, я надеюсь, может быть, Лена. Кусочек нет, но не знаю, посмотрим. Вот. И с тех пор десятки людей начали писать песни на Губанова, но на самом-то деле это вот самое главное, это написано Леной Фроловой, это написано Колей Никиным, Саша поет эти песни. Каждый трактует их по-своему. Вот то, что я вам пел, это 60-е годы. Не пел, а рассказывал, тут насчет пения сложно говорить. Вот, поет это Лена Фролова, она споет. Вот, десятки людей, написаны диссертации, изданы книжки. Вот как он там писал в неизвестном пятом томике. Вот, теперь уже мы знаем эти все. И пятый, по-моему, шестой, и, может быть, очень хорошая книжка, берите ее. Но потом, а вот да, я вспомнил его стихотворение как раз вот, где он предсказал свою смерть в 37 лет. Здравствуй, осень, нотный гроб, желтый дом моей печали, умер я, иди с свечами, здравствуй, осень, новый гроб, если гвозди есть у баб, пусть забьют, авось осилят. Перестать ронять губам то, что в вербах износили. Этот вечер мне не брат, даже если в дом не принял. Этот вечер мне не брат, зусту седого ливня, переставшие пленять, перестраивают горе. Дайте синего коня на оранжевое поле, дайте небо головы. Вы взрослые коленца, дайте чуточку повыть, молодое осине сердце. Умер я, сентябрь мой, ты возьми меня в обложку под восторженной землей, пусть горит мое окошко. Вот, и уже 70-е годы начали приходить другие люди. Где-то в начале 70-х открылись мастерские художников, еще мы с Леней, там я пел, он читал, а уже к 80-м годам пришли совершенно действительно другие люди, и хорошие поэты, и полный мусор, который всегда занимает основное место везде. И Леня уже мало читал, и я помню вот эти вот поминки, когда это у Гены Доброва, такой художник был тоже, писающий совершенно, пришла вот эта вот уже немножко, ну, другие люди, даже те люди, которые были в 60-е годы, они стали другими в 80-е. Вот у меня даже есть стишок. Как раз я написал на 40 дней Губанову, когда были вот эти поминки. Сейчас я вспомнил. Благопристойные друзья, а также девки с алкашами, как с вами нынче пил бы я на деньги
что цветы зажали, но в пене вашей хмеля нет. Прокисли и дела, и рожи, последний пробит в вас привет. Стихов моих живые дрожжи, какая осень на дворе, какой стакан вина налили в березовой моей дыре, в России, где меня забыли благопристойные друзья, а также девки с алкашами, где каждая моя семья моим читателям мешает, где каждый рвет мои куски, чтобы остаться рядом, рядом. Вы такие мне близки, как рюмка, что покоит ядом. Ты розу мне еще подашь, и будешь ластиться ними. Но я теперь уже не ваш, уже не ваш, мои родные. Прошлая поэма, но это все было написано 50 лет назад, и руки, и голос работали по-другому, и энергии было несколько больше. Ну как получится? Карасевом плыву из машины.
люди, женщины, к черту бросили, сколько сами мы не нужны этой женщине с кожей тоненькой. Да, люди платят иногда даже здоровьем, то есть еще люди, которые, как бы вот, это очевидно, вот, но это как бы зафиксировано в каком-то произведении. А чтобы это произведение вышло к людям, вот есть люди, которые кладут свои жизни, свое здоровье на то, чтобы вот эти русла, как бы, или возможность вот этим проложить. Я хочу представить человека, без которого, наверное, сегодняшнего праздника бы и не было. Это Ирина Губанова. Стараниями и, конечно, ее твоими, Ирочка, жертвами. Спасибо тебе большое. Спасибо, за все, что ты как бы делаешь, и мы надеемся, еще будешь делать, потому что это очень важно, что у Губанова есть Ирина, вот, потому что понятно, что у него много друзей, много поклонников, но без нее мы бы не собрались бы здесь и не было бы, в общем, поклонников, друзья бы где-то там растворились, как это обычно и бывает.
Вот, Ирочка, так что вот сегодняшний вечер мы посвящаем тебе, естественно. Вот, хотим, чтобы это все как-то вошло в копилку твоей жизни, ну и здоровья, естественно, в первую очередь, да, пусть это как-то энергетически тебя поддержит, потому что у нас еще впереди много всего интересного. И нам важно быть в форме, правильно? Вот, ну, так как я тут заводила, главное, я вот хотела начать совсем с другой песни, но, в общем, гражданского пафоса, как бы, сейчас вот было, потому что, как бы, сильнее, чем Володя, тут не сказать, а у меня все-таки есть еще такая важная данность, составляющая. Ну, как просто моя душа родилась в этой жизни женщиной. А женщина вообще, она как, это, собственно, главная задача, почему мы делимся, да, как, вот это вот как бы история ее души, которая проходит вот такое горнило. Но самое главное – это любовь на этой земле. Поэтому я как бы позволю себе и в поэзии Губанова именно эту нотку сейчас поддержать. Называется стихотворение «Лестница любви». Воскресить угасший день, как мне поднять его, прославить? Схожу на красную ступень, чтоб целовать тебя заставить, но на меня упала тень, пока губами ты касалась. Схожу на черную ступень, чтобы в печали ты осталась. Но вон ресниц угасших сень, слезу горячую скатила. Схожу на белую ступень, чтоб ты меня навек забыла. Как воскресить угасший день, как мне поднять его, прославить? Схожу на красную ступень, чтоб целовать тебя заставить. Плакать.
траву, что была я в Искулию, да похожего мальчишку, чтобы вечно рядом жил. А в аквариуме рыб красных, черных, золотых, да на всю бы жизнь улыбок этих может и простых. Дождь проливные слезы льет
Дороги с мельницы глядят в тумане сизого вранья, лишь копны трепетной груди. Голубоглазая моя, ты сероглазых не буди. Хладеет стыд пунцовых щек, жизнь как просто теряя. Я понял, как я много сжег, крест-накрест небо без тебя. Радужный
нежный свист, и давно меня не трогает царская лесть. На крапиве растянулся мой последний гарнист, и на теле у него всех царапин не счесть. Не пришел еще, наверное, мой последний срок снять ромашку с его губ и закрыть глаза. Будет петь он и плясать, пока хочет Бог, пока гонят лошадей ко мне четыре туза. Thank you.
дело принесла. Под иероглиф весла. Откинуты мои года, как карты битые для ада.
ночной камере моего сердца бродит звеня цепями седая любовница. Губы посиневшие на полотенце спас не рукотворный в слезах горбится. Платье на любовнице темное, длинное, пальцы все в перстнях, а губы в листе. День и ночь твердит она мое имя, теребит серебряным свой крестик. Пропадам, припади,
береза рапортом, где в халатах ходят хлопоты между севером и западом от твоей серьги турецкой. Разговора Горбоносова пахнет ложью чьей-то светской, что надела платье розовое между гордостью и болью, проживает ревность чья-то, чьи слова облиты кровью из неведомого ада, рада, радуница блуда. Полюби и поплаку, страшный суд заварен круто, потому что крыла
я понимаю, что здесь, ага. Мы бы хотели представить еще одного человека, без которого, естественно, этого не было. Глеб Руденко! Ира Болосина тоже. Оформить сюда прекрасный. Вот. Я еще хотела сказать, что, естественно, у всего этого это как бы есть продолжение. Во-первых, вы видели, что вот я поняла, почему не записывался наш совместный альбом на Кубану, потому что мы ждали песен Татьяны Алешиной. Ну, Таня сегодня победила. Я думаю, что впереди, естественно, будет запись нашего общего альбома. А сейчас, 23 ноября, мы будем как бы еще одной волной встречать, ну, переиздание, как бы, условно говоря, там, немножко помененного, как бы, уже в нашей епархии, студии «Азия Плюс», альбома песен, как бы, моих пропеваний на стихи Губанова, естественно, и аудиокнигу. Это будет 23 ноября в Доме журналистов, будет Володя Бережков участвовать, Александр Мирзоян, естественно, я надеюсь, может, Ира Губанова выйдет, что-то скажет. А с ребятами, я думаю, что мы это еще продолжим в Петербурге праздновать, потому что я сейчас большая часть в Праге, да, большая часть сейчас живет в Петербурге. Творческий союз «Азия»!